Не подскажете, почему вот так камера работает? Вот я камеру подключил, да, через компьютер. Вот так вот мутно все. Все мутно. Объектив крутил и без объектива, и с объективом все равно мутно, что на навигаторе, что на мониторе одинаково. Одну и другую линзу пробовал. Что не так? Короче, снимал я видео для этого. Ну, для того, чтобы для разработчиков, для продавцов, почему так мутно. Хотел вопрос задать. На самом деле, оказалось, все просто. Нужно было отрегулировать резкость на объективе, в принципе. И вот сейчас как показывает. Вот где кошак находится, да? На него направлю. Вот он где. Как увеличивает. Так, а здесь вот так. Вон пушочек пошел. Короче, отлично все работает. Завтра поеду в монитор. На хорошего разрешения возьму. И будем цепляться. Сразу нахуй включается сам по себе, блядь. Фонарик, шорт надеть. Короче, взял я сегодня весь набор. Вчера он там соорудил провода для камеры обгона. Стою в пробке, блин, время уже без 29, опаздываю нахрен. Вон камеру поставил туда. Сегодня монитор сюда воткнул, провода уже собрал, и у меня остается только одна фишка, блин. Придется, видимо, тройничок еще ставить, один хер.
будет для рации. Вот так вот метка. Вот она метка, да? Расположена. То есть где-то пол сантиметра. Это на заглушенную. Сейчас заведу. Короче, вот. Вот она сколько на... Ну, где-то сантиметр, наверное, за пол сантиметра правее. Сейчас еще включу нагрузку. Чем нагрузку? Вот она практически ушла уже в самый этот. Сейчас выключится. Блин, она отрынет обратно. Короче, она чуть-чуть прыгает. Погрузки. Вот он на старом ремне. Заменим новый, посмотрим, насколько она метка совпадет. Радиатор надо будет там, скоро. Забивает, блядь, насекомыми нахуй. Радиатор, блядь. Чем их моют, хуй не знаю, блядь. Так, тут нормально все. Опять ты их
разогрелось. Вылазит. Полочки ничего вроде не скрипят. Что? Повезло, блядь. Даже тут нахуй ничего. Вот этот резиновый не рвет, из которого демпфер, да, и также начинает обрянчать. Да, я думаю, что он начинает демпфер в тысячах на 200, наверное, да, блядь. Там только он начинает раздолбывать, потому что с таких побегов я не упал, не слышал, да, что раздолбило. Вообще редко. Амортизатор вытянутый, по-моему, блядь, практически, да, ведь? Стоит. Ощущение, что он во втулке бренчит амортизатор наверху. Thank you.
может просто ставят какие-то ненормальные восторги. Не знаю, что это. Вот теперь смотри, он, блядь, аж в другую сторону, нахуй. Мазь, заводи. Вот, когда завелась, она практически чуть-чуть, но она, сейчас она подрастянется, будет ровно по метке. Видишь? Она уже стала на метку. Снова села ровно метку. Чуть-чуть немножко. Угу. Так, выключили право включено. Сейчас он вырубится. Не меняется, да, там, да, сейчас выключится. Включен, да? Сейчас включится вот. Вентиляторы. О. Сейчас нету вентилятора. Есть подозрение, там же видел, когда вот амортизатор там и делали, он болтался вот на втулочках вот на этих вот. И он когда, видимо, вытянулся, он прослабевался, блядь, он барабанил по этой теме. Ну, стоит оригинал такой. Да. Езжу на море, посмотрю. Так, что у меня? Все, сейчас метка ровно стоит. Ровно посередине. Ну все, бряканье прекратилось. Тихо-тихо движок работает, никаких нет. То есть все дело было в ремне, длинный ремень. Но сначала, пока мы новый его ставили, он был нормальный, поработал немножко, а потом подрастянулся и начал барабанить. Вот, 450 рублей замена ремня. Ну и Лене, как говорится, спасибо еще говорю. Вот. Ладно, погнали мы за монитором туда. Что делать?
42 юнита магазинчик. Взял монитор. Да, вот такой. С разрешением 40. Он тоже без звука, разрешение у него 800 на 480, и он тоже без звука, хотя они, сволочи, обманули в плане этого в плане вот этих вот переходного разъемчиков. То есть, по идее, питание, да, один звук аудио, другой видео, блин, по идее, должны быть. А проверили, хер там, это один канал, это второй канал. И плюс еще есть вот такая вот херня. ВГАшка. Не знаю, для чего она нужна. Вот. И по питанию тоже проводов в комплекте нету, что за такую взять. Прикручу сюда провода. Какой плюс, какой минус? Есть тут, нет, нет. А вот есть, да, плюс-минус. И все. Подцелим камеру. В общем, пока картинка не четкая, то есть надо резкость еще крутить. Вот, но сейчас видите, да? То есть поток близко. В принципе, да, посмотрим, как она будет по трассе. Но это уже другая история. То есть надо его пониже опустить немножко, чуть-чуть. Но номера читаемы, все. То есть разрешение монитора нормальное. Разрешение камеры тоже отличное. Но регулировать надо. Надо регулировать. Смотреть, подгонять светлость монитора, еще смотреть надо, поярче его делать. Не светлость, а яркость монитора. Четко была картинка видна. Это надо где-то, не знаю, встать на трассе, что ли, блядь, хера знает где. Так картинка четкая, цветная. Надо регулировать, короче. Так, вот мы пошли за цементовозом, да, плотничком. Все, чуть морду высовываем, и весь поток встречный виден. И хорошо, по увеличению тоже классно. Резкость настроил. Вот мы к нему подошли плотно, да, плотно подошли. Чуть морду высовываем, все, достаточно. Так я ни дорогу не вижу, а вот здесь, пожалуйста, вся встречка видна. Яркость экрана добавил. Увеличение, все супер. Номера, видишь, не видно даже. Все, Волги. Еще я так номер. Единственное, что надо еще ночью будет попробовать, как она будет в темноте. В сумерках смотреть. Ну а так супер. Разрешение экрана хорошее. Камера хорошая. Здесь мусора стоят с камерой, блядь. Сейчас мы здесь ее увидим. Вот камера стоит, на которую я попался. Так, вот плотничком подъезжаем к грузовику. Так, ничего не видно. Чуть морду высовываем. И, пожалуйста. Вся встречка далеко-далеко видно. Так что вот этот объектив на 25 лучше, чем на 16. Более четко здесь все. Встречки никого нет. К этому монитору можно еще подключить DVD-шник какой-нибудь. Даже два этих. Два устройства. Один
ВГАшная, другое РСАшная. То есть три этих, три входа. Три камеры можно, блядь, я не знаю, там. Вот надо вот монитор. Единственное, что звука нет. Надо выводить на колонки. Там что-то солнышко звала, что-то там с Кузькой опять случилось. Видимо, опять от Стасика уходит. Загуляла девка. Загуляла. Ну вот так вот. Такая вот камера Мухона. Наконец-то ты к нему подошел. Потому что, блядь, он есть. Там даже, я видел, дворники, блядь, из-под него. Таскали. Еще раз, нахуй, еще одну резинку. Немножко проехал, нахуй, его выперло вот до самого верха, нахуй, до стакана. И заглохло. Разбухло, нахуй, закупорило эти резинки. Если что, у вас были совдеповцы, блядь? Что, как расход у тебя на этой? На газу? На газу? На по трассе, хотя я в боковом режиме, 80. На Туринске ездил. Днем проехал 7,2. Обратно ночью ехал, блядь, 7,8. Потому что нагрузка на генератор. Если вваливать, то уже не могу. Ну нормально для такого. Он в городе за тобой живет. Потратился он. У тебя, да? Блять, на это не хватает. Да блин, налить соляру. Соляру не налить, что будет. Как не готовить?
качалки-то у меня нету тут. Они сейчас что делают? Новую, блядь, берут машину новую, замену там, блядь, все, блядь. А движок ставят, блядь, старые нахуй. Все, старые втыкают. 92-й года, блядь. Потому от 2013-го нормально, до 2013-го все движки хуёвые. Какого 13-го? Еще раньше хуёвые. Как нет. ЕГЭ пошло, блядь? Вот, всё. Нет. А сейчас уже от 13-го года, как бы, которые движки, то они нормальные. А как бы вот у нас... А, вот 13? Вот 13. Нормально. А что же это? Ну, блядь, то работали нам. Они на нашем нас, блядь. У нас 13. Нет, еще 9-го. Уже под этот подъемник, блядь, прожит, хуёжит. Они его, вокруг него месяц только ходили, но репы чесали, блядь. Сами они сами там ревут, нахуй, парняк не звонят. У меня там ездят, тоже, блядь, пиздец, катастрофа. Они старые, втыкают вот эти. С капиталки? Да. Прямо на заводе? Да, да, да. Блядь, пошире бумажник. Там что, шайба наложена? Нет, там пружина, она придавливает фильтр. Что-то, блядь, у меня она нихуя не придавила. Пружину даже не поставили. Пружину, значит, самый верх уперлась, блядь. Не-не, она должна же это, она его придавливает. Не, мы же сорвали чуть-чуть. Так она пошла, пошла, пошла. А что это? Да, она уже стоит. На перекос. Что, она видит? Завальцевала. Завальцевала. Слетает. Нет, так нет, это. Во-во-во-во. Зацепление отпускай с этого положения. Собака дикая. Да, все. Сейчас закручиваться начнет. Видишь, ее а в каком-то положении она цепляется. Она потом бы завернулась, блядь. А не выдрало вместе с резьбой, надо. Да нет, нет, нет.
там же резиночка еще стоит. Которая высыпала, наверное, где-то. Да. Не, фильтр новый. Но он год простоял. Вот они движки делали, блядь, в 70-х, а, годах, блядь. С таким запасом. Нагрузка на железо до 2000 лошадей, блядь, а всего 300 нахуй. Не, не, это не отсюда, нахуй. Так уже, блин, вот так уже все. Вот так вот. Да, вот где-то у меня вдыхает. Чуть побольше вздыхает тоже. Thank you.
Только не зерно водит.
ошибиться, но... И, блядь, едешь, она, блядь, вперед этого мана летит, нахуй. Ну что-то, блядь, детские, блядь. Да. Парни, которые ставят цепи, нахуй, с тросами еще подцепляют, еще надо догоняют их, вперед их-то не убегают, а у которых вперед улетает. Да это, блядь, мазовская телега, это шляпа полная. Свободно, все. Тоже на всякий случай надо. Я их вот погонял этот, блядь, вот нахуй не все этой вилкой проверили. Я тебе скажу, подожди, пока не это я сейчас. Ну показывает нормально. Показывает нормально. Сразу видно. 130. А я не знаю. Что, жужжит? На стартере тут вот где этот провод, ты сука, вот. Да, где-то мы вот это сделаем, не знаю. Попробуй. Потому что на стартер не идет. Все провода идут еще. А это. Ты что это себе поставил? А, смотреть? Ну. Я думал, что тут вообще, что за ерунда такая? Раньше да все здесь это, блядь. Я по шее носил, блядь. Ну попробуй. Вот может еще, блядь, там один провод, сука, куда он, блядь? О, да-да-да. Ремень-то как у бабы, которая долго не мылась, там, в этом, ага. Блядь. Аккумулятора не хватает, тут нет, блядь.
блядь, не хватает на чистку. Хватает, да. Блядь, два бы на 190 бы сейчас раз и нахуй. Вот все зарядило ненормально. И так поставили 12 с копейками. Два мало, все. Два мало. Хватает. Самой мощности. Они же что, банки-то такие, да. По объему не хватает на 4, блядь. Так не, у меня на двух заводился нормально. Зимой. Просто когда приехал. А? Да, да. А после года. Он стоял. Нет, я понял. Нет, просто это. А ты он у меня когда стоял зимой-то. Прогревал я. Что делать? Аккумуляторы надо, ну. Что я сделал, все мог, больше я не знаю. Длинные провода машину сюда ставить, другую, блядь, прогуливать. Там хоть тоже, блядь, с одного аккумулятора только прогурить-то получится. Зарядка нет смысла, да? Я не знаю. Юрич, объема, блядь, не хватает, они маленькие. Да. А у вас-то только два аккумулятора. Где замкнуты? А, замкнуты? Они сразу, эти вот я зарядил, блядь, вот гонял на. Вот поставил, они как бы нормально все проверили. Вы уже на четырех ездите? Конечно. Покупать-то будете же все равно. Двигатель надо, ну, чуваком, конечно. Не, зачем он, остатки такой? Просто двигатель. А? Двигатель. А нет, двигатель даже надо. Двигатель надо, не отешу. Ну, там это, что-то снять. Не было. Один радиатор только был. Конечно, это труба правильная. Я их нахуй возил в Челябинске, жидкий спец. Сфинкер влияния, да, там толстенная труба вся в раковине, ее вымоют и опять сфинкер не там. Так же буровые, так же, блядь. А с севера сколько возил? Первась привозишь, они их обтачивают, резьбу новую нарезают и опять, блядь. Все то же самое, везде, блядь. Короче, они его не заведут, видимо.